Лина Салим Маазам в качестве чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Пакистан в Беларуси работает не так давно. Ее верительную грамоту глава государства принял в конце июня текущего года. Дипломатическим отношениям двух стран четверть века, но серьезное развитие двусторонний диалог получил всего несколько лет назад. В настоящее время совместные форумы и многочисленные визиты следуют один за другим. Три года назад в Минске открылось посольство Пакистана. Сегодня глава дипмиссии налаживает сотрудничество и знакомит ближе со страной. Беларусь – красивая страна с доброжелательными людьми. К сожалению, в Пакистане мы мало знаем о вашей стране, поэтому для меня что-то было удивительно, что-то стало сюрпризом. Но только приятным сюрпризом. Я надеюсь на сотрудничество абсолютно во всех сферах. То, чего нет у нас, можете предоставить вы и наоборот. Пакистан и Китай считаются связанными железными связями. Хочется верить, что такое крепкое взаимодействие будет налажено и с Беларусью. В ходе встречи председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук отметил, у города над Бугом и Пакистана хорошие перспективы для экономического сотрудничества. Если еще в 2017-м цифра брестского экспорта в Пакистан была равна нулю, то уже в 2018-м ситуация изменилась, и к концу года она планируется на уровне 100 тысяч долларов США. Есть потенциал и по другим направлениям. Эта идея, которая озвучена послом, найти города побратима в Пакистане, она не столько утопичная, как кажется. Несколько лет назад был интересный пакистанский инвестор в ковровый комбинат, который занимается этим видом бизнеса. По неизвестным, кажется, причинам он ушел с этой темы, но реально, если бы мы нашли бы город, где структура легкой промышленности соответствовала бы задачам коврового комбината, чулочного нашего комбината, наших швейных многочисленных производств, это было бы очень интересно и могло бы стать вот это побратимство тем фундаментом для взаимоотношений именно в этой отрасли легкой промышленности и производства ковров. Вот эта тема очень интересная, наверное, мы ее будем дальше развивать. Тысячелетие областного центра приближается семимильными шагами. Город над Бугом уже начал формировать список участников торжеств. Приглашение посетить праздник в честь миллениума получила и глава дипмиссии Пакистана. Конечно, представитель дипломатической миссии Пакистана обязательно прибудет на празднование юбилея. Мы не распоряжаемся своим временем на 100%, поэтому не могу сказать точно, буду ли это именно я, но кто-то обязательно приедет. Тысячи лет – это очень солидный возраст. Многие европейские города еще не были основаны в тот период, а Брест был. Это важная дата, и мы обязательно присоединимся к празднику. После официальной встречи Лина Салим Маазам познакомилась с городом в ходе экскурсии, а также посетила мемориал Брестской крепости Герой. Анастасия Стропко, Эдуард Букнович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.